5 апреля сегодня, 2018 год. Сейчас 8 часов вечера. Уже такая светлынь у нас. С каждым днем день все увеличивается, увеличивается. Вот 1 апреля еще снимал. Снега было везде, на дорожках, везде еще. Сейчас буквально за пару дней с дорог уже снег вообще весь почти растаял, подсушило. Да и там вообще уже почти снега нет. Еще, если так постоит, так с недельку все растает. Ну и хорошо, хватит уже, скорее бы.